Приветствую вас, Ксения. Ну, вам совершенно никак самой над этим не поработать, потому что вы не являетесь специалистом, и, кроме того, возможности человека для самопомощи несколько ограничены. Поэтому вы сами над этим поработать никак не сможете. Вот с помощью психолога, конечно же, да. С чем связано физическое неприятие? Физическое неприятие – это личные границы, отсутствие личных границ и чувство долга перед мамой. Потому что вы высказываете первое, что вам неприятен физический контакт с родителями, это личные границы, ваши личные границы с родителями, они уважались, и вы, условно говоря, не отреагировали, не защитили свои, вот, ну, свои границы, это первое. И второе, это то, что вы, из-за того, что мама хочет вас видеть, вы как бы ей подчиняетесь и делаете что-то против своей воли. Здесь ситуация такова, что вы это делаете совершенно очевидно из чувства долга, потому что нужно считать, что должны и обязаны, или обязаны. И, соответственно, это и является основной, на мой взгляд, проблемой. То есть ваше чувство вины и долга перед мамой, и отсутствие личных границ. То есть не умение говорить «нет» вашим родителям. Усиление физического непринятия в контексте беременности связано с тем, что вы сами чувствуете себя родителем, и, соответственно, более острее этот весь конфликт перешивать. Условно, подсознательно вам может казаться, что теперь ваши личные границы нащупывается ребенок, хотя прямо на ребенка ваш негатив не направлен. Но необходимо это проработать, особенно сейчас, на стадии беременности, когда вы, в общем-то, оказываете прямое воздействие на ребенка. Вот. Такая вот история. То, что можно вам сказать. С другой стороны, у физического неприятия могут быть и более точечная причина, более точечное основание, но для этого необходимо консультироваться вам и исследовать свою историю жизни, историю взаимоотношений между родителями, чтобы найти эту самую болевую точку. Интересна ваша мысль по поводу физического воздействия, а именно битья, почему вы подумали именно о битье, ну, тоже довольно интересно. На этом все, надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на то, что ваша мама явно от вас зависима, что говорит как раз-таки о созависимости, и именно на эту созависимость ваше тело и реагирует, это защитная реакция. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.